Дорогие друзья, есть темы, которые правильно было бы обсудить. Это вопросы, которые вы передо мной ставили, и есть на них ответы. Состоялось заседание правительственной комиссии по транспорту, рассмотрено ряд вопросов, касающихся нашей Саратовской области. Первый вопрос. Включен проект и в будущем строительство южный обход вокруг Саратова со строительством мостового перехода через реку Волга. 2022 год, 2026 год. С объемом финансирования 53 миллиарда рублей. Второй вопрос. Это реконструкция, капитальный ремонт обхода вокруг Саратова, 36 километров от Зоринской развязки до выхода на Волгоград. И у нас таким образом вся кольцевая дорога будет приведена в нормативное состояние. Также этот вопрос был поддержан. Еще одна тема, она также для нас важна. Передача на федеральный уровень несколько частей межрайонных дорог. Дорога между Ртищевым и Аркадаком, Аркадаком Балашовым, Балашовым Самойловкой и Самойловка выход на Волгоград. Всего 187 километров наших внутриобластных дорог будут переданы на федеральный уровень. Теперь они будут частью дороги Волгоград, Ртищево, Тамбов. Вот такие решения состоялись. В дальнейшем это должны быть решения уже правительства.